Сьогодні ми з вами поговоримо про девелопмент, поговоримо про житло. І взагалі сьогодні буде цікаве інтерв'ю з нашим наступним гостем. Це Денис Наумець, власник будівельної компанії Family City, власник інвестиційної компанії NM. Доброго ранку. Доброго. Дякую вам, що ви доїхали до нас сьогодні. У нас, по-перше, таке цікаве запитання. Як так склалося, що ви прийшли в таку сферу діяльності? Да, все на самом деле, наверное, я просто всю жизнь хотел заниматься строительством. Наверное, это все корни моего дедушки, который всю жизнь простроил. Его любимая фраза, что он через свои руки больше миллиона кирпичей пропустил. Он обычный человек с деревни Киевской области, который весь район, наверное, нету ни одной деревни, где бы он не построил дом. Как бы это все, наследственно, потому что к этому тянуло. Это хотел, это привлекало, как бы занимался разным в жизни. И получилось так, что пришел все равно к тому, что нравилось, что хотел, как бы. Знаєте, в такий момент, коли до нас приходять гості з різних професій, ми зазвичай ставимо їм одне запитання. От, що для вас саме ваша професія? Для чого вона? Яка мета? Ви знаєте, коли я починав будівництво, ізначально как бы, цель – це там, прибыль, зарабатывание денег. На сьогоднішній день как бы, є різного роду проекти, які на сьогоднішній день у нас вже багато площадок, багато нових починаємо в проєкті этот, но это уже больше, знаете, что-то создавать. Как бы, вопрос прибыли. Есть проекты, которые я превышаю себестоимость на приличную сумму. Mm-hmm. На 20, на 30%. И это уже, конечно, это есть от этого прибыль, но математически это уже нелогично. Mm-hmm. Поэтому очень важно имя, как бы очень важно, что там, где я строю, я на тех же пригородах, я там же живу сам. И когда я встречаю людей, мне говорят спасибо. Некоторые люди меня даже пригласили недавно в кумовья покрестить их детей. Ого! Да, даже так, поэтому. Тобто ви намагаєтеся створити максимально комфортність і все ж таки бути другом, як я розумію. Абсолютно верно. При этом как бы, на сьогоднішній день можна і зарабатывать деньги, і создавать хороший продукт. На ринку на сьогоднішній день очень много конкуренции, очень много. И поэтому мы уже начинаем между собой застройщики, как бы кто максимальное качество продукта создает, но как бы лучше, потому что у людей есть право выбора. Mm-hmm. Люди научились, люди умные, люди не глупые, и они видят, с чего строится, как строится и прочее. Очень много мелочей, с которых состоит строительство, кто как относится, многие застройщики там. По крайней мере, раньше никто не видел, даже их в лица не знал. Мы на сегодняшний день максимально открыты. Мы даже снимаем там такие влоги, то есть я все время говорю там о себе, все встречи, я сам приезжаю, я сам, мне все знают, все видят, как бы. Ну так, да, легше домовлятися з людиною і купувати неї щось, якщо ти її вже особисто конечно, знаєш. Звісно, вам же навіть, якщо покупати, ви ж повинні покупати. Ви приходите на ринок і бачите продавця, і у кого покупати. Правильно, ви ж не продаєте, не покупаєте щось за якусь ширму. Угу. Тому ми максимально відкриті, я вважаю, що відкритість на сьогоднішній день являється дуже важливий момент. Я скажу вам, ви в тренді 100% з відкритістю. Чому ні? Дивіться, ще цікавий момент. Взагалі, щоб прийти в таку сферу, я навіть не знаю, якою потрібно мати собі освіту. Тобто, часто люди вчаться на одне і приходять в іншу сферу. Знаєте, говорити образування, я маю строїтельне КІСІ, перше образування, взагалі три вищі образування. Останнє я недавно защитив магістра Академії управління при президенті України. И образование, знаете, есть любимая фраза, забудьте все, что вы учили в институте, потому что в полях, я когда начинал строительство, я прошел как бы, я не хотел бы, скажем так, где-то там выделываться перед кем-то, что-то рассказывать, но путь пришел полноценный. На первых строительствах у меня все ошибки, у меня рвало фундамент, я сам принимал участие, заворачивал штаны, переодевался, стоял этот фундамент, подвал, потому что не хватало людей. И когда идет, допустим, определенный, потом, допустим, подача бетона, если ее нельзя остановить. Mm-hmm. То есть, и я звонил быстро друзьям, они приезжали, помогали, потому что он очень быстро застывает, как бы от этого были очень большие проблемы. Mm-hmm. И поэтому я сам знаю, что такое кирпич своими руками, как это происходит, все процессы, я знаю полноценно сам. Це, знаєте, цей шлях самурая, як то кажуть, починати треба з маленького, щоб розуміти всі етапи до кінця. Да, абсолютно верно. Поэтому я проходил кредиты, сумасшедшие суммы, просто были такие периоды, я даже не понимал, как от этого всего выйти.
когда есть определенная остановка по продажам и есть кредиты, которые, ну, такие суммы, ну, очень огромные. А с какими еще перепонами? Вы зіштовхувалися? Как вы с ними боролися? Что рухало вам? Один из основных проблем на строительство – это вопрос людей, ну, с людьми. Потому что, ну, как бы, у нас есть такое, у нашей, скажем так, нации есть такой вопрос, что человек работает месяц за работу, а потом взял и за три дня все пропил. Строительство, к сожалению, ну, на сегодняшний день вот у меня работает команда уже, ну, последние где-то три года, которые прекрасные люди, они, ну, у нас есть проблемы, но есть проблемы рядовые по строительству. Где-то там ошибки на строительстве происходят там, ну, часто, как бы не без этого. Я сам лично проект, который, я думаю, вы покажете наш проект, это улица Полтавская, которую я нарисовал сам лично сам. Это является гордостью, которую я от руки, у меня есть девочка-дизайнер, которая, я рассказал, что я хочу, нарисовал карандашом на бумаге, она это все перенесла в формат PDF, и с этого получился проект, который мы уже закончил. І мене викликає огромне уваження, коли люди приїжджають і говорять слово «красиво». Тобто, як я розумію, ви до своєї діяльності ставитеся не як до роботи? Ну, ви поймите, що для того, щоб підтримувати таку огромну будівельну компанію, как бы нужно при этом і зарабатывать деньги, нужно купить зарплату, нужно обеспечивать все полностью, но это все состоит, понимаете, наша компания состоит больше не то, что там в моем лице, а начиная от обычного там бетонщика, управления офисом, менеджеров, продаж. Я бы даже сказал, что это больше слово «мы» компания, а не «я» компания. Поэтому просто правильно подобраны люди, которые отбиты годами, которые уже проверены, которые трудятся, которые болеют за компанию. Не просто, что взяли там, как бы пришли, отработали. То есть у нас очень много идейных людей. Мы много чего выдумываем, мы додумываем, как обеспечить помимо строительства, как производить. На сегодняшний день мы уже начали часть материала производить сами. Тротуарную плитку, это балясы, колонны. Мы уже сами запускаем свое производство, чтобы обеспечивать, закрыть максимально цикл, закрыть, в котором мы как бы, чтобы не покупать у поставщиков, чтобы удешевить себестоимость. И при этом, когда мы удешевляем себестоимость продукции, мы при этом можем предоставить покупателю дешевле цену, с учетом, что мы весь цикл закрыть максимально. То есть это в планах, ну, может быть, не все, но процентов 70-80 мы хотим материалом закрыть свои. Я зараз пропоную невеличкий переглянутий відеоматеріал саме на тему вашої роботи. Він буде нас зараз з вами показуватись на екрані, ми далі продовжуємо бесіду. Є ще цікавий момент, які нині ви маєте готові об'єкти на своєму рахунку? Що саме? На сьогоднішній день готових, яких зданих і проданих, це вже три, які засілені люди, вже живуть по кілька років. В процесі окончання ще три. В процесі початку будівництва ще два. Да, і зараз ми купили... Ось зараз глядачам хочеться показати красу, ось такі будинки, незвичайні. Да, вони необычні, це проєкт, який на основі того, якого я зробив сам, як би на основі того, я продовжую далі такі ж проєкти. Клас! Це вже далі улучшення, усовершенствування, як би максимально. А яка це стилістика? От ви якось, як ви це називаєте? Знаєте, я не можу обозвати цей стиль, тому що в цьому проєкті зараз доділують візуалізацію цього проєкту, і стиль там смішан классика. Вот по первому проекту по Полтавску у нас чисто классическая, такой стиль Англии, старой Англии, вот такой вот. То-то и вы сами это проектуете? Ну, смотрите, я не умею работать в программе, но все вот это на карандаше рисую я. А просто есть человек, который умеет это выносить на компьютер, как бы. Ну, я не умею работать в этой программе, называется на PDF, как бы, я не умею. И человек все выносит, как бы, уже на красивый вид. И называть какой-то стиль, ну, не знаю, мы, наверное, придумаем название своего стиля. Просто лофты классические, там, барокко или еще что-то. И просто у нас, я смешиваю и классику, и лофт. Вот этот проект новый, вот там будут полноценное смешивание, как бы нескольких стилей. И поэтому, вы сейчас свои новые вносы? Ну, назовем, не знаю, я думаю, что в дальнейшем мы придумаем какой-то стиль, который назовем своим конкретно именем, и он будет чисто наш стиль, и будет, все будут даже, может, где-то когда-то в будущем от него отталкиваться. И мне кажется, знаете, это сейчас популярно среди молодежи, делать фотографию на тлі гарних новобудов. Да. Мне кажется, потом будут фотографии, знаете, с підписом. Я бы сказал, что в качестве стиля и строительства, опять же, повторю, что некоторые проекты я превышаю себестоимость, но
таких, как у нас, я не хотел бы там, скажем так, обидеть многих застройщиков. Есть очень много хороших, порядочных людей, застройщиков, ответственных. Но у нас вообще не похоже, как у всех остальных. Ну, мы таки же на границе бачили. Все, что необычно, это прям от слова. Вот я люблю, пусть это можем назовем это, не знаю, строительным психозом, психикой, но вот прям... Ну, я вот не люблю стандарт такой, знаете, к нам пришли, и когда тебе говорят, ты должен так делать, должно быть так. Ну, должно быть так, но совсем наоборот. А ось цікаво, ви сказали, що це у вас від дідуся, що, в принципі, да. пішло. Так, да. У дідуся теж було, знаєте, що своя філософія має бути дедушка не так. Був, дедушка, він є, слава Богу. Дедушка, он, вы знаете, он такой, как бы, ну, как бы он очень качественно делал, почему к нему очень часто обращались. Он был, как рассказывала мама, прямо от слова постоянно занят. Постоянно, то есть каждый выходной. Просто его почему вы обращались к нему? Потому что он делает это качественно. Вы же знаете, что есть выполнение строительных работ правильно, которые люди делают это похабно, плохо. Ось момент про те, що ви кажете, компанія – це не я, це ми. І те, що конечно, ви підбираєте все ж таки людей. Як відбувається цей підбір? На що ви звертаєте обов'язково увагу? Ви знаєте, чимало факторів, як би, ну, скажімо так, состав прорабів на сьогоднішній день, як би, дуже порядочні люди. Як би, дуже важливий момент, тому що можуть десь украсти, могут где-то сделать, не сказать, а это потом, допустим, на начале какую-то закрыть глаза на какую-то ошибку, когда ты довытягиваешь здание до конца, закрываешь здание, эта ошибка, которая стоит там, скажем так, 3 рубля, может потом вылезть в проблемы, что придется где-то здание разбирать, то есть переконструировать проект. Это очень важно, как бы, и контроль и прочее. И просто со временем, как бы, люди, как бы, показали свою ответственность, как бы, они, причем все принимают участие, как вот отдела продаж, где-то переиграть, переделать проект. Я всегда, когда что-то делаю, я советую, показываю, и каждый может внести свою. Это вообще нормально, это правильно. То есть, знаете, это цікавий момент, как я зрозуміла. Вы, умовно кажучи, не керівник розділу обов'язки, а вы все одно з усіма підтримуєте. Ну, у меня на каждом процессе, который в компании, есть человек, который отвечает за тот или иной процесс. Ответственное лицо. Я не бегаю, не рассказываю там обычному рядовому строителю, что тут ты неправильно. Это я, это все справа. Иногда есть и крики, иногда присутствуют и маты. Вообще строительные, знаете, строительный процесс, я думаю, как бы это глупо не звучало без мата, но он просто... Не выйдет. Вообще не получится. Просто категорически нет. Я пробовал, честно, но на эмоциях есть разные вещи. Мы можем ругаться, через 5 минут улыбаться, потом опять ругаться, как бы. Но это процесс, вообще понятие строительства, он должен быть постоянно контролируем. Вплоть до каждого шурупа, потому что, еще раз повторю, минимальная ошибка может стоить очень больших проблем. А эти проблемы могут потом испытать люди, которые будут проживать. Я не хотел бы, чтобы люди, прожившие там какой-то период из-за меня, там какие-то проблемы были там, не знаю, с отоплениями, там, или там с жильем, или там какие-то что-то разрушилось. Честно, для меня это очень важно. Для меня очень важный момент, чтобы люди, прожившие 5, 10, 15 лет, говорили: о, спасибо, это круто, это классно, как бы, ну, спасибо. Знаєте, ось так рідко буває, що у нашу студію приходять люди, які ось максимально чесно кажуть про те, що так, бувають мати, дай, важливо це. І мені здається, саме дійсно своєю чесністю в роботі ви підкупаєте, саме ви змушуєте вам довіритися. Ну, я ж ще раз говорю, на сьогоднішній день таке время, що люди люблять відкритись. Як би, ще раз повторяю, ми всі об'єкти, не було ні одного об'єкта, є процеси, які там задержали строки, ну, не без цього, будемо називати речі своїми іменами, где-то помешали погодные условия, где-то не довезли материал, где-то, не знаю, там, ну, какие-то болезни, бывало такое, что бригада вот просто, это буквально как в начале коронавируса, просто бригада вся на одном объекте, 12 человек просто заболели. То есть один коллектив принес, и я же не буду в принудительном порядке заставлять. Людей поотправляли домой, вынуждены были остановиться на месяц по одному объекту. Как бы. И это очень важно. У нас, если какие-то вопросы, то вопрос лечения мы не забываем, не закрываем. Мне даже люди, когда приезжают из дома, все время привозят, куда-то начинают консервации. Я многих даже жен знаю, как бы, поэтому, ну, в прямом смысле, я знаю, у кого, сколько детей, как зовут детей, кто пошел в первый класс, у какого какие-то вопросы, какой-то процесс, может, кому-то нужно в чем-то помочь, и каждый из моих сотрудников знает, что ко мне можно подойти не потому, там, допустим, там, Денис, я хочу зарплату, или там какие-то, можно абсолютно по разным поводам. Но это очень важно, допустим, для меня я
никогда не отказываю. И поэтому они, вот я, то, что мы возвращаемся к тому, что за детей, за людей, они видят мое отношение, угу. И они, соответственно, также относятся ко мне. Вы знаете, как минимум, вы уже меня підкупили, и ось, дайте мне трішечки заработать гроши, я до вас звернуся. Мы будем решать это питание, потому что действительно викликает довіру. А ось такий ще момент. Давайте скажем нашим глядачам, скільки вже років ви саме на цьому ринку? Я на самом деле достаточно молодая компания, как бы ей всего лишь 5 лет, и до этого приходилось, я и торговлей занимался, как бы там разом. Но как-то вот, не знаю, вот прям просто вопрос вынашивания строительства, он был уже на протяжении, ну, наверное, ну, лет 10, так прям в голове было лет 10 точно. И вот появилась первая возможность там заработанные деньги, чтобы начать. И первое строительство, поверьте, оно так тяжело началось, что я, если буду рассказывать, то... Ну, то есть, скажем так, на самом первом строительстве все ошибки, что можно было собрать, все проблемы, все нюансы, все, ну, все долги, это вот прям прошел путь, как бы, ну, как бы знаю, что такое, очень хорошо знаю. Але перейшли и пішли далі. Да, 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 ну, многие там, как бы, мама, вы знаете, я недавно маму завез на строительный объект, и просто она говорит, ну покажи там, что ты там будуешь. Я завез, и она вышла оттуда, ой, это я буду так переживать. Она переживает за то, что говорит, это же такая ответственность, это же людям зарплата. И, ой, боже, это же надо еще столько денег. Ну то есть я сказал, я тебя больше завозить не буду, переживай дома, на стороне, на диване, чтобы это вот было. Але круто, что вы знаете весь рівень відповідальності, и все ж таки, знаете, ну часто мы не знаем забудовників, часто они не показываются, але ну, ось вы максимально зараз відкриваєтеся нашим глядачам, мне здається, это гарний привід. Ну еще раз повторюсь, что все строители, все объекты мы доводим до конца, как документально, так и строительные. Есть, знаете, ряд вопросов, есть разные люди, которые там приезжают, а мне вот эти мелочи, там, ну, как бы никто никому не отказывает вообще никогда. Есть даже для людей, делают то, что вообще не запланировано ни в актах, ни в смете, как бы, только из-за того, что там какой-то вопрос, я не буду лезть в какую-то дискуссию, ругаться с людьми за какой-то там, не знаю, доделать какой-то угол, где-то что-то докрасить, где-то сделать то, что там, ну, ну, как бы то, что они сами должны делать. Ну, честно, это, эти деньги не стоят как бы ни нерва, у нас достаточно работы, потому что все работают с 7 утра до позднего вечера. У нас там вчера отгрузки были, у меня материалы в пол первого ночи, как бы. Поэтому, ну, не, ну, я не считаю нужным. Я лучше эти деньги там, пусть я потрачу своего кармана, но я не беднее, нет, ну, я еще раз повторюсь, для меня важно как бы наше имя, это очень важный момент. І знаєте, вже все ж таки хочеться на завершення нашим глядачам розповісти про ваші плани на майбутнє. Що як де почуємо ще ваші ім'я компанії? Наші плани на майбутнє, видите, от ми на сьогоднішній день строїмо таунхауси, дублікси, одноэтажні дома. Как бы уже взяли участок, и сейчас в планах уже оформляют процесс, пошел документов, буду строить 2 первых 7-этажных дома, смарт-квартиры. Ух ты! Вы знаете, я в своих видео еще полгода назад рассказывал о том, что я не верю, ну как не скажу, то что верю, в смарт-квартиры, это, во-первых, это совершенно другая форма строительства. Как документально, так и процессуально, так и проекты, сметы. Совершенно другие суммы. Я причем сам лично говорил в видео, ну, наверное, это, ну, вряд ли я полезу, и тут мы полезли. Бачите, как завжди, не думаешь, да. А потом басы выходят. И опять же таки, вы даже в этот 7-этажный дом, это смарт-квартиры будут там от 28 до 45 квадратных метров. И то, что я там нарисовал проект, он вообще не похож на, ну, я так, по крайней мере, я такого не видел. Поверьте, я всегда контролю, ну, сам даже для себя смотрю, что строится в области, в Киеве. Анализую. Да, обязательно. Обязательно, даже иногда, я когда начинал строить, я сам ездил в качестве покупателя по всем, чтобы видеть, что строят мои так называемые конкуренты, чтобы понимать, что сделать лучше для людей. Серьезно, я сам убежал за выходные по 5-10 просмотров, как бы в качестве покупателя. А сейчас меня все знают, поэтому никто меня в качестве покупателя не хочет брать. Не хочет брать, потому что понимаешь, я сам застройщик, как бы. Але ось тепер, знаєте, після нашого інтерв'ю тепер всі точно знають, хто ви. І я переконана, що тепер будуть звертатися вони до вас з порадами, з побажаннями, все ж таки, з тим, щоб ви допомогли знайти те саме житло, де хочеться будувати і родину. Ви знаєте, це нормально. Я навіть можу, люди приїжджають, допустим, їм треба чуть-чуть другого формату. У мене є, я навіть советую конкурентов, которых я знаю, что это правильно порядочные люди, вообще без всяких проблем. У меня нету такого-то там вот, только у меня должны покупать. Это нормальная практика, помогает даже те же застройщики друг другу, как бы, может быть, мой формат не совсем людям подошел, но
для, как бы для них больше другое. Это я ну, как бы советую своих как бы некоторых и друзей, и просто конкурентов, что поедете туда, там вот то, что вам нужно. Так. Это нормально. Не нужно в одно, как бы всем хватит работы, и все будут продавать, все будут строить, как бы. И ну, нужно как бы больше, скажем так, дружно к этим всем моментам относиться. И мне подобається, як ви завершили наше інтерв'ю, що усім вистачить роботи, потрібно бути дружнішими. Шановні глядачі, я обіцяю, що років через 5, будь ласка, дайте мені трішки часу, і ми з вами ще зустрінемося. Але вже не тут, а вже якраз будемо домовлятися. Я хочу нагадати, хто сьогодні був у нас на інтерв'ю. Денис Наумець, власник будівельної компанії Family City, власник інвестиційної компанії NM. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, ще більше унікальної інформації, актуальних гостей, ну і, звісно, більше позитиву. Мене звати Ангеліна Таран, і я закликаю вас підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки, коментарі і завжди бути разом з нами. We'll be right back.